времена, когда пчеловодством еще занимались не таким способом, как сейчас, а в дремучих лесах находили деревья, где жили пчелы, их приходилось отвоевывать у местных медведей. И поэтому, когда пчеловод или бортничий, который находил такое дерево, в котором жили пчелы, обнаруживал на нем когти медведя, то есть медведь знал это место и ходил туда, лазил за медом, то делалась вот такая интересная конструкция. Набивались доски или палки с острыми кольями, торчащими вниз. Это мешало медведю просто подняться выше на дерево. И рядом вешались обрезки веток с торчащими в сторону такими острыми сучками. И когда медведь, пытаясь вылезти на дерево, бил эту ветку, она ему давала сдачи. Причем чем сильнее он пытался ее отпихнуть, тем сильнее она возвращалась назад. И таким образом Мишка понимал, что все, кормушка для него уже закрыта, меда здесь не будет. Когда в старые времена бортничий, это тот человек, который собирал мед, ходил в лес, он обнаруживал вот такие жилища пчел. Причем они находились на самых разных высотах на больших деревьях. И приходилось вылезать на деревья, собирать этот дикий мед вот такие вот ступил. И соответственно и ограничивать, чтобы туда не попадали медведи, которыми были главными конкурентами сборщиков меда. Но потом люди придумали или с упавших деревьев, или валили деревья, где жило очень много пчел, и эту часть дерева, где жили пчелы, обрезали. И просто потом на телегах, на вазах забирали домой и выстраивали уже где-то на опушке леса, но ближе к дому. Таким образом появилась пасека. Слово пасека произошло от слов пасекли, то есть посекли дерево, выбрали те места, где жили пчелы, и именно эти места забрали себе домой. Так появились первые улики.